90-летие Московской области отметили футболом. На стадионе «Торпедо» прошел турнир среди юных спортсменов. На поле встретились игроки 2008 и 2009 годов рождения. Всего же в турнире приняли участие 8 команд из Москвы, Жуковского, Раменского и городского округа Люберцы. Две группы, в каждой по 4 команды. Значит, играют они по круговой системе каждый с каждым. И затем будут стыковые матчи за призовые места и также за 7-е, 8-е, 5-е, 6-е места. Победителем турнира стала команда «Авангард» Раменского района. Второе место завоевал московский футбольный клуб «Родина». А вот бронза досталась спортсменам из Жуковского. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.